Привет, народ, с вами Финаргот. Что же, в сегодняшнем ролике с фэнтези я обещал, что выпущу ролик про абуз и баг. Да, есть баг на краш-сервера, возможно, кто-то из вас о нем уже знает. Я узнал днем, его только сейчас дошли руки снять ролик. Заключается он в Мипа и в его агониме. Собственно, если у вас есть противник, у которого есть инвиз, к примеру, пусть будет это пуш вражеский, у которого есть, конечно же, Shadow Blade, ведь мы все собираем на пуджа Shadow Blade. А вы являетесь при этом Мипа с аганимом. Там, к примеру, по-моему, вот так. А, нет. И там. Ultimate Scepter. В общем, суть в том, что после того, как вы используете свою ульту, от скилла от аганима, соберете башенку и, к примеру, захотите кинуть одного из мипов во вражеского героя, и во время броска он уйдет в инвиз, сервер упадет. Работает это абсолютно со всеми инвизами, к примеру, с ультой Сларка, шардом Сларка и так далее. Но работает это только на инвиз. К примеру, если вы захотите это повторить с Shadow Demon'ом или ОД, это не сработает. Как вы можете заметить, сервер не упал. Разумеется, еще в голову приходит идея со смоками. То есть делать блинк. Но не так. А вот так должно быть. Давайте еще раз посмотрим. То есть, да, достаточно, чтобы у противника даже был блинк. Собственно, смотрим. Еще раз делаем с блинком. Отправляем. И отблинковываемся. То есть достаточно просто уйти из вражеского вижена тому, на кого использует ультимейт, аганим Мипа, и крашится сервер. По сути, такое должно работать и со смоками, но вам нужно просто переместиться из радиуса вижена противников, чтобы смоки смогли сработать. Таким образом, можно положить сервак. Посмотрим, сколько это будут фиксить, но баг таков. Понравилось? Ставь лайк, подпишись. С вами был Финаргот, и до скорых встреч.